Всем привет! Привет! Поскольку наше видео набрало 10 огонечков, или, может быть, даже уже больше, мы снимаем реакцию на ваше шоу «Однажды в Арт-Саксонии». Кстати, конкурс на самый залайканный комментарий все еще продолжается. Наверное, ссылку мы оставим ниже. Участвуйте, пожалуйста. Дети проявили инициативу и записали каждый свой голос. Не все голоса вошли. Нам было из чего выбрать. Да, нам было еще выбрать. У нас был большой выбор, мы реально спорили, кто-то говорил такой-то звонок, кто-то такой. Удивительно. Да, в общем, получилось очень здорово. И я этого не видела, поскольку меня не было на сцене. Но вот ты помнишь, как дети переживали, как они ждали, а чей же голос будет сейчас, как они друг друга поздравляли. Это было очень смешно, потому что закрыт занавес, я всем говорю, тишина, тишина. Если вы помните этот момент, я говорю, тихо, тихо. И все стоят и там... Уважаемые зрители, поздравляю тебя, поздравляю! Тихо! И вы помните, да, вы стоите, и начинается просто... Я не знала, как их удержать вообще, потому что дети устали, это было реально серьезное испытание, но вот это вот перетаптывание, я надеюсь, зрители этого не слышали, это было очень забавно. Да, спасибо, что вы поучаствовали, и в следующий раз мы надеемся получить голоса и всех остальных ребят, кто не успел поучаствовать или почему-то не стал участвовать. Вот, потому что это, наверное, очень приятно, когда внезапно из всех выбирают твой голос, и он просто сохраняется в истории, получается, не только саксофон и роль твоя какая-то, да, вы попали в историю. Именно голос. Я боялась, что реплики, поскольку дети говорят в разные стороны, разворачиваются от микрофона, что реплики будут не слышны. Да, был такой момент, и действительно, мне кажется, что, возможно, из зала не все было слышно, но на видео мы это исправили. И также видео, кстати говоря, если вы смотрите видео на YouTube, там можно включить субтитры и увидите, что, например, когда Макар, который был Хавьером у нас, говорит в громкоговоритель «Приветствую вас, дорогие арт-саксовчане!», то там есть субтитры, и там можно досконально посмотреть все, что он говорил. Я была в рубке с техниками по свету и звуку, и в какой-то момент... поняла, что придется мне, наверное, остаться с ними на спектакле. Соответственно, я посмотрела весь спектакль со стороны, что как бы тоже большой плюс. Да, новый опыт абсолютно для нас, потому что никогда мы со стороны не смотрели. Я теперь мечтаю просто из зрительного зала посмотреть. Вот, и несмотря на то, что как бы все было не совсем так, я видела репетицию, я видела, как работают дети, и за них я была спокойна. Вот, и очень здорово, что как бы они все так сплотились. Я, конечно, наверное, никогда не забуду твое лицо. Да я твое. Когда я сказала тебе, что я не буду с тобой на спектакле на сцене. Это да, это на всю жизнь запечатлилось у меня в голове. Я помню этот фрагмент очень хорошо. Ты стоишь наверху, смотришь на меня, и я смотрю и пишу тебе в телефоне, потому что мы уже решили не кричать друг другу через зал весь. Я пишу, что случилось, у нас перерыв. Ты стоишь на меня, смотришь, говоришь, нет, перерыва нет. Я говорю, не отпускай детей, ты так отпускай. А что случилось? А он ушел на перерыв. И все, и ко мне подходит Александр, видеограф, да, и говорит, у нас перерыв. Я говорю, наверное, да. И мы такие растерянные. Я помню этот момент, тут должна играть грустная музыка. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Ты даже не читаешь, что я тебе говорю, что пишу. И я так типа, ну все. Не, ну, слава богу, он через 5 минут вернулся, он как-то, видимо, промедитировал. Но эти пять минут, они были очень долгие, ему нужны были эти аффирмации, да, он вернулся, и репетиция продолжилась. Я очень рада, что дети друг друга поддерживали. Да, работа была фантастическая. Как команда, это круто. Это было очень интересно, когда дети сами стали нам помогать составлять сценарий. То есть изначально был вот этот вот сюжет, музыка выстроена, все-все-все. А дети стали дополнять своих героев какими-то маленькими такими начиночками. И они даже писали, что они любят, что они собирают. Кто-то выращивает розы, кто-то пишет музыку, да, кто-то читает стихи. Жвачку с лавандой. Да, кто-то любит жвачку со вкусом лаванды. И это было очень интересно читать. Мы все прочитали очень внимательно. У нас есть победитель, да, этого конкурса. У нас даже был конкурс, да? По-моему, да, да, это у нас был конкурс на самый лучший. И была Настя Коржаева, которая не просто сфотографировала себя или нашла в интернете картинку, она себя нарисовала. Да, она нарисовала себя, мы обязательно сейчас выложим эту картинку. Все дети молодцы, огромные молодцы, каждый проявил себя как актер, каждый проявил себя как профессионал,
Я говорю прям про каждого, потому что у каждого была борьба на сцене, и было видно, как он борется с самим собой, как он превозмогает какие-то свои возможности на репетициях. И на концерте это был прям для меня большое открытие. Потому, в связи с этим, мы с Марией Васильевной приняли решение, что мы будем сегодня вручать Оскар. Здесь будут аплодисменты. Да, каждому за что-то свое. Вот, но вот сегодня в диджитал-пространстве про каждого поговорим отдельно и каждому вручим награду. И давай, наверное, начнем тогда по порядку, прям с младшей группы, девочки первые. Лаура. Ульяна начала заниматься в Артсакс. То есть она не ходила в музыкальную школу, она все начинала постигать в нашем мастерской. И девочка... Это, ну, можно сказать так, что это моя внучка. Саксофоновая. Да, саксофоновая внучка. Это дочка моего ученика. Так что я уже педагог со стажем, да? Нет. Все-таки раз мы вручаем Оскара, я бы хотела дать Ульяне Оскар за самое бережное и трогательное отношение к Карлосу. Есть момент, где Ульяна встает на табуретку и кричит: «Карлос! Говорю, Ульян, кладешь на него руку, опираешься, и просто вот как щенка просто вот туда куда-то, все. И Кирилл был готов ко всему, мы его предупредили, что это самая противная сестра, вообще самая младшая, самая любимая, самая испорченная, да. И Ульяна никак не могла, она все время как будто гладила его по голове, как котик, и так, типа, уходи. И вот на спектакле тоже получилось очень нежно, такая типа «Карлос!» крикнула там все, закатила глаза, умничка, как именно я просила, супер, классно. Но вот это вот мягкое движение, я все-таки хочу тебе отдать этого Оскара за бережное отношение к партнеру по сцене. Браво! Для Вани, кстати, по-моему, это было первое выступление в спектакле «Артсакс». Да, да, спектакль есть, первый, да. Да, я не знаю, выходит ли он куда-то еще, там где-то еще выступает, но вот в «Артсаксе» это было прям первое. Он был такой хорошенький. Море светит солнышко, расцвели цветочки. Я вижу карьеру, белые носочки. В общем, Ваня получает сегодня Оскар за дебют. За дебют, да, в Артсаксе, за первое выступление. И это открытие спектакля. То есть Ваня первый, кто произносит реплику. Вообще. Он первый, кто начинает на саксофоне играть. Кто начинает играть на саксофоне в полной тишине. Это огромная ответственность. Он должен был еще проконтролировать в темноте, как у него там с одной стороны готова ли Ульяна, с другой стороны готова ли Петя, саксофон ли у них во рту, готовы ли они дальше вступать. Кивнуть, в результате никто ничего не видел, но все подхватили, это очень-очень ценно. Маленькие, младшая группа. Да, вы молодцы. Огромные молодцы. И Ваня, тебе этот Оскар достается, Ванечка, за храбрость, Оскар, за твой первый дебют. Весьма успешный, мы считаем, да? Браво, да. Хорхе. Проказник Непоседа. Петя. Ой, неуемная энергия. Каждую репетицию петь, пожалуйста, застынь, петь, пожалуйста, 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 пожалуйста. А что? Человек-пропеллер, человек-вертушка, волчок. Да, но Петя очень круто читал тоже стихи. Но фантастическая отдача на сцене, собрался, Петя. Он собрался, он молодец, он хорошо работал на репетиции, ничего лишнего не было, по-моему, не было от тебя миллиона замечаний, как это обычно, то есть он прямо сработал как взрослый. Петя, Оскар за самые лучшие стихи, за самую большую работу над собой в плане и собранности. Самый яркий поклон, Петя. Да. Вот этот выход твой, это просто красавчик. Супер. Хорхе! Петр! Я не видела на репетиции, чтобы Алиса так работала. Как мы сказали вначале, да, нас дети очень удивили. На репетициях было все такое скованное, все как бы похихикивали над друг другом. Было как трудно собраться, сказать свою реплику. Даже короткую, даже большую. Или держать какое-то внимание на себе. Сразу хочется кому-то спрятаться. Кто-то хочет вперед, кто-то хочет подальше стоять, так не отсвечивать. Вот. Да, но как вот текст она говорила. «Тише, девочки, слышите, папеньку везу». Да. «Тише, девочки, слышите, папеньку». А тут еще и она улыбалась на сцене, и на видео очень много фрагментов, где Алиса танцует, улыбается, это очень круто. Алиса большая, молодец.
И за что Алиса получает Оскара? Оскара за самую очаровательную улыбку на сцене. Браво. Я хочу этот Оскар отдать Настеньке за то, что, во-первых, мне очень понравилось, что вообще-то Луиза тоже так считает. Мне понравилась вот эта подача такая твоя. Мне понравилось... Есть фрагмент, два фрагмента, за которые я очень хочу тебя похвалить. Первый — это когда Мигель вручает тебе цветочек. Спасибо тебе огромное за кадр, который без... Ну, он сам, он очень ценный. Но он развенчивает спектакле. Миф о том, что нельзя играть лежа на да, саксофоне. Да, мы просили, да, если что, мы просили не играть лежа. Если вы упали, то вы не играете. Но большинство продолжало. Очень, кстати, естественно смотрится в кадре, и очень круто получилось. Настя, это огромная находка. Ты лежишь на сцене, играешь, как такая Офелия какая-то, да, прям Офелия в пруду, то есть это красивые волосы, этот цветок, и ты играешь, и такой дым, этот туман, боже мой, спасибо тебе за этот кадр, это Оскар твой. Браво. Коварная, коварная Пилар. Роскошная. Роскошная и роскошная. Роскошная и коварная. И очень элегантная еще ко всему прочему. Анастасия! Да, девочки подошли с огромным, да, вкусом к своим платьям. А если бы еще Насте добавить лису, не знаю, какую-нибудь шляпку. Шляпку какую-нибудь добавить. Нет, Настя фантастически выглядела, отыгрывала очень хорошо, и мимика не выключалась вообще, и рэп. Рэп. С чего это вы взяли, прилетели, прискакали, вы нарушали покой, мы вас не звали сестрой. Здесь герой стоит не нужно, жили тихо, жили дружно, уезжайте домой! Уезжайте домой! Это мой любимый фрагмент. Потому что мне показалось, что это настолько стильно было, настолько круто. Вы большие молодцы. Настя – самая элегантная злодейка, а Таня? Таня – самая коварная. Спасать? Не ладно, если ничего. Наказывать надо кого-то спасать. Самая коварная, если их забрать, то они же не знают вот эти все свои волосы. Спасать? Человек, который больше всех переживал, ну, помимо нас с тобой, за этот спектакль, человек... за работу ребят, как она их собирала, как она репетировала с ними. Да, самый ответственный человек вообще во всей группе, потому что так, мы должны собраться во столько-то, мы должны выучить то-то, мы должны сделать так-то. Так, движение сюда, так-так-так-так. Я видела, как ты работала, моя дорогая, и на сцене это было фантастически совершенно, вызывало впечатление. Как ты взяла на себя, я еще раз подчеркну, заботу о малышах, и как ты работала с группой? Ну и надо сказать, что Арину очень любит камера. Да. В общем, Арина, твой Оскар Тереза. За любимица камеры и нереальная отдача. Отдача фантастическая. Жозефина! Как ее? Бунтарка. Бунтарка, да, бунтарка. Жозефина. Клевый поклон, клевый лук, платье вот это бордовое, кеды. Колготки, да, скейтерские кеды, реально отчаянная бунтарка. Да, запоминающийся очень образ. Ты большая молодец, мы очень... Да, очень много соло же держалось на фае и саксофоновых, и просто она выходила тоже все время впереди была. Хочется отметить, что каждый спектакль Фая работает очень-очень здорово. И тут, я не знаю, мне кажется, может быть, за выслугу лет даже можно дать Оскар. Да. Да? Угу. Это Оскар твой, Жозефина, за выслугу лет. Спасибо тебе за твою работу. Герои. Герои. Где же вы? Герои. Герой. Давайте позовем героев. Герои. Герои. Ля-ля-ля. Ладно. Да. Угадайте, про кого я говорю. Мы те самые герои, которые приходят по первому зову. Этот Оскар Мигеля. К вашим услугам. Мигель, к вашим услугам. Был очень забавный момент. Мы договаривались, что Мигель выбирает в зале какую-то даму сердца. Кидает ей цветочек. Ну, потому что цветочек у нас недалеко летал, потому нужно было как-то вот попасть. Да, прямо. Но мы почему-то не подумали, что у нас нету мест. И кто хочет, тот и садится. И в первом ряду сидели в основном родители. Да.
И поймала цветочек, по-моему, мама Арины. Мама Терезы нашей. Да, но это... Да! Мы те самые герои, которые приходят по первому зову. Да, мы готовы дать Оскар Владу за лучшую романтическую сцену. Да, лучшая романтическая сцена, ты покорил наши сердца. Диего, попрошу запомнить. Женька. Но я не мог не развернуть свой корабль, услышав пронзительный зов очаровательной незнакомки. Мое имя Диего. Попрошу запомнить. Приоткрываем небольшой секрет, да, там есть момент, который мы вынуждены были убрать, потому что микрофон в этот момент не сработал, и получался такой немножко рваный такой сюжет. Когда моряки стоят связанные, Женя, наш Диего, разворачивается и говорит, какое, что он говорит? Мне кажется, я видела ее раньше. Есть что-то знакомое в этом взгляде, в том, как она поворачивает голову. Вы не представляете, насколько он классно это говорил. Да, и... это было 500 раз отрепетировано, и уже просто... И очень чувственно произносилось, да. Очень чувственно, потому... Это да, я помню, насколько это было для Жени непросто. Да, нет, это большая борьба, это большая победа. Мы помним этот фрагмент с Марьей Васильевной, и мы хотим тебя поблагодарить за него, потому что это бесценные такие фрагменты. Мы же вспоминаем нашу жизнь, то, что на видео, а то, что в памяти, это совершенно другая история. Uh-huh. Этот Оскар твой. Это было... очень проникновенно. Алехандро! Самый многогранный герой, да? И мэр! Каждому городу необходим негодяй! Такое есть и у нас! Поклонники Арцакс, ну скажем так, люди, которые следят за нами, они очень удивились, когда я сказала, что клип пум-па-парам, что этот мальчик с зеленой головой. Тот самый Алехандро, который просто покорил много сердец. Алехандро! Ты очаровательно смотришься в камере. И главное, что это человек сыграл, горожанин, мэр, да? Мэр города, он же мэр, который открывает спектакль. Нашему каждому городу необходим негодяй. Такое есть и у нас, фантастика. Он же Алехандро, и он же... Щенок. Мне кажется, если бы, да, совершенно точно, если бы были еще какие-то роли, они были бы Ванины. К сожалению, тут у нас разрядилась камера. Ваня, твой Оскар за самого многогранного персонажа. Поздравляю. А твои реплики, твои выкрики, хорошо-то как, твои... Просто, ну, танец, Кирюш. За этот танец мы отдаем тебе этот Оскар. Он был настолько внезапен, настолько прекрасен в тему и в стиле, и все. То есть и горожанин, и Карлос. Карлос – главная мафиози, но не главный мафиози, главный киллер в городе. Да, правая рука Хавьера. Решала, назовем его так. Главный мафиози нашего города. Главный злодей. Папа. Алло! Это мой любимый момент с Макаром. Твой любимый момент с Макаром. А мой любимый момент с Макаром, когда... Да, кстати, тоже очень крутой момент. Когда он выходит и показывает тихо, и потом ти-та-та-та, как он кайфует. Да. Но еще один фрагмент. Киридос Ихас. Киридос Ихас! А что это реплименты? Это все надо, поезда трасса! Круто. Красавчик, да, молодец. Да, как его убили. А Оскар мы даем за самое лучшее падение в спектакле. Вы заметили, как дети вырубались? Вообще, это было очень круто. Mm-hmm. И когда пошел дым, и я еще помню, мне Тереза сказала после дыма,
она сказала, что... Я надышалась. А мне дым прям в лицо, тогда она легла, упала возле этой пушки, да. И эта пушка... Мы еще думали во время самого спектакля, в этом моменте я еще была в рубке с техниками, и так получилось, что перед этим бабуля укатывалась на коляске, на своей, и коляску оставили прямо около дым-машины. И мне техник по звуку говорит, блин, там дым-машина стоит. И она сейчас, наверное, не включится или не сработает так, как должна, из-за того, что... Да-да-да, был такой момент. Обалдеть. Из-за того, что там оставили коляску, потому что не предполагали. Потому что обычно дым-машина стояла там, где был оркестр. Два раза в неделю прям такая... жесточайшая борьба со своим собственным желанием никуда не ехать, поехать домой отдыхать, да, а еще же не все всегда получается, а когда не получается, так это расстраиваются, вообще... да. Но эта группа участвовала во всех наших самых безумных идеях. Участие в первом спектакле, то есть выступление соло и у Веры и у Вадима, съемка в спектакле, съемка в фильме, в клипе. Съемка в клипе. Две у Вадима, кстати, еще новогодние у нас есть. Да. И дальше просто поступило такое предложение, не хотите ли в составе оркестра еще поучаствовать? Дети уже не могли держать, они уходили, они заканчивали, у них появлялось какое-то действие. Мы держали аккорд, Вера украшала какие-то вот эти вот фрагменты. Вадим проявил инициативу и сказал, что хочет сыграть соло. И соло прозвучало like в открытии. Вадим, браво, Вера, браво. Вы наши любимые в взрослой группе. Этот Оскар достается точно, потому что еще и пришли в образах, да? Вы видели, какие были мафиози? Какая была корона у Веры? Спасибо вам огромное, что вы нас поддерживаете, что вы с нами и стоять с вами на одной сцене. Для меня мы надеемся, что в этом году тоже они нас поддержат. Да. El Condor Pasa. Americana. Amy Winehouse. Amy Winehouse. You Know I'm No Good. Objection Tango. Objection Tango. Веллерман. Веллерман. Мы же сняли клип на него даже. Веллерман — это что, пятый? Пятый. И песня гангстеров. Песня гангстеров. Friend Lightning, седьмой. Называется «Видовый жакет». Снится мне. Да. давай считать эту песню, ты сыграла группа целиком. Там не хит, но... Да, хорошая песня. Дальше. Канапе. И... Пати Лайк Рашен. Робби Вильямс. И последний... Уна Момента. Уна Момента. И Can't Get You Out of My Head. Ну, очень много, вы большие молодцы. Ребята, конечно, обалдевали от текста, то, что когда получили все эти ноты, было что вспомнить. Было что поучить. Было что выучить, да. Да, потому что ноты-то не становятся с годами легче, к сожалению. Да, скорее всего. Становится больше, нужно учить наизусть больше. Скорее всего, их будет еще больше. Да. Готовьтесь. Да. Твоя любимая картинка? Friend Like Me. Да? Мне очень нравится, как это снято. Да. Мне очень нравится, как дети танцевали. Это было круто, да. Чикаго просто. Это ваш Оскар. в общем, там... Посмотри, Чикаго Оскар упал. Да. Мне очень нравится, что мы сделали так, что там подсвечена отдельно каждая группа персонажей. То есть там хорошие добрые сестры, потом злодеи отдельно и герои отдельно. И у каждой вот этой группы есть какой-то свой вайб. Вот это мне очень нравится. Спасибо огромное, Пенни, это хореограф, который работал. Дети очень прониклись и работали с такой отдачей. Да, и Александру Яркову, видеомонтажеру, тоже, потому что снято это и смонтировано очень круто. Ребята, это были наши с Надеждой Кирилловной впечатления о шоу «Однажды в Арт-Саксонии». Ссылку на концерт оставим ниже. Ставьте лайки. Пишите комментарии, а главное, напишите, нравится ли вам такой формат видео, чтобы мы снимали дальше, ну или не снимали больше вообще. Мы очень соскучились. Ждем вас в сентябре. Всем пока! Всем пока!